Яскравий, гарний та доглянутий акваріум із пишною рослинністю. Скажете, такого не буває. Усе можливе, якщо вам допомагають штучні рослини. Наразі вони такі різноманітні, що задовільнять собою навіть найвибагливішого акваріуміста. Штучні рослини бувають полімерні та шовкові. І перші, і другі за своїм зовнішнім виглядом практично не відрізняються від натуральних. Спершу подивимось на полімерні рослини. В растительных аквариумах есть почвопокровные растения, которые стелятся по грунту, которые имитируют красивый зеленый ковер. Есть растения среднего плана и заднего плана. Есть растения даже те, которые выходят из воды для создания определенного эффекта. Для того, чтобы имитировать почвопокровные растения, можно взять, к примеру, вот такие вот виды растений и, соответственно, основу закопать в грунт. Можно использовать вот такие вот виды растений, благодаря которым можно сымитировать пышную зеленую травку, так называемую бликсу, которая будет довольно плотно посажена, чего добиться в растительном аквариуме довольно сложно из натуральных растений. А полимерные дают хорошую имитацию, главное, они всегда зеленые, не портят вид. Растения среднего плана для аквариумов, которые, как правило, либо на просвет делаются, либо же довольно узкие, для того, чтобы подчеркнуть естественность, используются вот такие вот растения более длинные, либо же рифленые. Они все пластиковые, сделаны из специального полимера, который безопасен для рыб, креветок и других обитателей аквариума. В то же время очень легки в чистке. То есть достаточно достать это растение из аквариума. К примеру, если у вас нету сомиков, которые почищают, к примеру, анцитрусы, гипанцитрусы, либо жигеринохелиусы, которые чистят эти все полимерные декорации, то вам придется иногда достать и почистить их самостоятельно. Это не так часто. Если хороший фильтр есть и не перекармливан рыбку, то все будет замечательно. Как чистить? Достается просто и мочалочкой просто смывается вот этот налет. Если налет образовался очень большой, то есть вы давно не чистили аквариум, то можно непосредственно замочить в специальном растворе, который убивает все органические вещества, в том числе и налеты вот такие вот. Но потом обязательно надо промыть эти растения и обезвредить от того же дезинфиканта специальным кондиционером для подготовки воды. Шовкові штучні рослини трохи відрізняються у догляді та зовнішнім виглядом. Вони значно яскравіші за кольором. Очень интересные и в последнее время стали очень популярные шелковые растения. Собственно, почему они стали такие популярны? Потому что растение сделано на основе шелка и покрашено безопасной краской, которая не смывается под водой. Они имитируют натуральное растение настолько правдоподобно, что иногда даже нельзя отличить, где же натуральное растение, а где же растение сделано на основе шелка. За такими растениями очень простой уход, эти растения вполне долговечны. Главное не мыть их в горячей воде, потому что вот эта вот рифленая отпрессовка, которая имитирует жилки листика, она под высокой температурой сделана, но чтобы не потеряла форму, не надо кипятить их. Переваги у штучних рослин суттєві. Окрім того, що це значуща економія вашого часу в догляді за акваріумом, це ще й справжня знахідка для володарів великих риб, що схильні до пошкодження натуральних рослин у своєму бажанні перебудувати акваріумний дизайн під себе. Как и любая другая цихлида крупных размеров, к примеру, астронотус, либо флауэркорн, либо попугай, они, как правило, перестраивают дизайн аквариума под себя. Тогда растение надо хорошо полимерно фиксировать, чтобы, подергав его и не смог его куда-либо переместить, рыба успокоилась, как будто бы она там и должна быть. А вот натуральное так не получится, потому что растение натуральное, рыба крупная, она выдергивает их и рвет, если не нравится, где она расположена. Поэтому полимерные в данном случае имеют ряд преимуществ. Это то, что они легко вписываются в любой дизайн, под них нет необходимости подбирать специально воду, готовить ее и удобрять их. И, соответственно, самое большое преимущество в том, что выбор полимерных растений очень велик. А также в том, что они никогда не портят свой вид, в отличие от натуральных растений. Добра новина щодо штучних рослин є й для володарів невеличкої золотої рибки.
И одна из самых популярных рыбок – золотая рыбка. Дело в том, что с этой рыбой, кроме валеснири, натуральных живых растений, садить больше ничего невозможно, потому что все остальное она попросту объедает. Выход очень простой. Если мы хотим красивый зеленый аквариум, мы используем полимерные растения. Золотая рыбка кушать их не будет. Тож, імітуючи натуральні рослини, штучні зекономлять ваш час та не зашкодять акваріумним мешканцям. До того ж, за їх допомогою можна створити справжній витвір мистецтва, який буде тішити око кожного дня.